Всем привет! Хочу вам показать свой мох. Это мох, который мне прислала Ирина из Греции. Ирочка, спасибо большое. Как она мне сказала, написала: «Свет, добавь его в свои орхидеи». А я ей: «Нет, нет!» Даже матом сказала: «Ни в коем случае». Я его попытаюсь вырастить. Я посадила его в субстрат для адениумов, который вот пришел для Ирины, но на самом деле там 2 литра было, и это очень-очень дорого посылать из России в Грецию. Так вот, смотрите, ну сколько прошло? Неделя прошла, как я получила посылочку. И он у меня пока зелененький. Просто водичкой залила и все. Посмотрите, какой он красивый. Ирина сказала, что он живой. Я, прости, Ирочка, не поверила, потому что наш мох, он погибает тут же. Просто. Хочешь, не хочешь, он засыхает, погибает и покрывается плесенью. А здесь, девчонки, мальчишки, смотрите, он и правда живой. Ира, прости, конечно. Но я просто не могла поверить, потому что я не видела еще такой красоты. Вот я прям дотрагиваться хочу. Он такой вот, он упругий стал за неделю. Он и был упругий, но не такой. И смотрите, еще какая у меня красота есть. И это мох от Светланы из Америки. Вот по краям. Вот он. Вот здесь. Я у Светланы все стесняюсь спросить, что это за мох. Вот он, вот здесь. Это Ирины. А это Светланы. Он зеленый, но он сухой. Знаете, он как будто искусственный. Светик, может, он искусственный? Я просто как-то, ну, не могу спросить. Вот он у меня вот здесь и вот здесь. Светик, он живой или искусственный? Я не могу понять, потому что он чуть-чуть отличается вот от этого мха. Не знаю, но он вот, ну, как бы он почернел. Но он не слизкий, ничего. Вот я глажу его. Мурик, кс-кс-кс. Он просто, как бы он сейчас мокрый. Вот, это Светланы мох. Это Ирины мох. Это Светланы. Ирины. Мне очень интересно, он живой или нет, или это просто окрас. Мне так хочется его вырастить. И мох Светланы, который вот как искусственный. И Ирины. Ох, как бы я хотела, я бы с вами, девчонки из России, из Украины, делилась бы им. Потому что, ну, они, эти девчонки, от нас очень далеко, и... А если я выращу ферму мха? Шучу, конечно, но надеюсь на это. Дайте мне, пожалуйста, совет, как, что лучше. Всем пока, до скорых встреч!